у Святослава Вакарчука з'явився справжній фанат, який досліджує всі його концерти, які відбувалися в Україні, за кордоном, які будуть відбуватися. І мова йде про Андрія Портнова. Чому він так став стежити за паном Святославом Вакарчуком? Ну, я розумію, що там щось пов'язано з податками. Я думаю, что да, податки – это очень важный вопрос, но здесь более важна, скажем так, моральная сторона, потому что человек позиционирует себя как патриот. Патриот. Он глава фракции в парламенте. Он рассказывает, как нужно что кому делать, то есть как надо родину любить. Он дает комментарии. И иншу Украину. Да, он дает постоянные комментарии, что вот здесь надо было так, а здесь надо было не так. Ну, человек постоянно активно участвует, да, в политической повестке. Поэтому возникают к нему тоже вопросы. А насколько ты, ну, а, компетентен в этих вопросах, а, б, насколько ты вообще морально имеешь право это озвучивать? Ну и когда, конечно же, подняли его там декларации и подняли его концертную биографию, она не совпала. Получилось, что, ну, концертов было очень много, соответственно, может, денег много. Может, он... просто ездить. А вот в декларации не отображено. Поэтому, конечно, да, неуплата налогов вполне реальная статья. Ну там вот стосовно пан Портнов акцентував, що проти сусідньої країни дуже часто говорить пан Вакарчук, але він виступає. Ну, я не стверджую, але пан Портнов казав, що він виступав безпосередньо Монако, перед да. Олігархами, представниками тої сусідньої країни. Да. Я от думаю, в принципі, отакий патріотичний нарив, він, от є, наприклад, не дуже красива дівчина. Ми можемо випити горілки, і тоді вона становиться красивіше. І може тут те ж саме патріотичне почуття, якщо його залити грошима, то воно теж якось поставить. Да. Видимо, вот, видимо, да. Деньги не пахнут, я так понимаю. Потому что, ну, он прекрасно в 15-16 году давал концерты на корпоративах. Причем не просто концерты там на ЦСКА, Олимпийский или где-то еще, а конкретно на корпоративах для российских олигархов, там, в Монако, в частности. И співав им песню, яку «Все буде добре». Я не сдамся без бою. И не сдамся без бою, да. Да, ну. Ну, а сейчас же отдых в Таиланде тоже был прекрасный, да. Это про прыщики? Чи что там, якого... Ну, це, я да, видел, что да. Он там что-то да. Лепил в песке. Ну, так, так, так. Да, ну, там багато было, да, да, да. Что-то там, да, вот в Таиланде как раз, да. Наверное, депутаты должны так отдыхать. Не в Украине, да, патриоты, вот именно патриоты. Которые бьют себя в грудь и говорят, там мы же патриоты, мы же за державу, за Украину. И раз в Таиланде на отдыхе, а что ж ты не в Карпатах? Ну, что ж такое? Вот там нема российских олигархов. Не, да. Так, все, мы не будем про это говорить. Ну, добре, а от питання. Зараз, на даний момент, пан Вакарчук, він очолює партію «Голос», він являється депутатом, він, як каже всім відомий і... дуже відомий пан Портнов, що він не сплачував податки. Якщо це доведуть, які наслідки можуть бути? Знов звертатися до пана Рябошапки? Ну, звісно, так. Да. Тут опять пан Рябошапка, тому що Вакарчук в статусі народного депутата. Понятно, що у нього немає вже неприкосновенності, але в будь-якому випадку все буде підписувати генеральний прокурор в відношенні народного депутата. Да, здесь и, ну, статья неуплата налогов – это штраф в основном, да, то есть он может получить в случае вынесения приговора судом, его обяжут выплатить штрафы. Но, тем не менее, судимость будет, да. Это, ну, если, конечно, это все… Тобто пан Вакарчук, скорее за все, перейде с рок-музыки в шансон. Владимирский централ, ветер северный. Ну, да. Может быть и такой вариант развития событий, но я опять же думаю, что не при Рябошапке. Это надо, чтобы действительно поменялась вот эта политическая конъюнктура, тогда эти все дела можно будет сдвинуть с мертвой точки. Але знову мы зациклюємося на те, що ми не можемо поміняти навіть прем'єр-міністра, тому що ми не люди, які могли би його поміняти, не зможуть зібрати потім ту кількість людей в Верховній Раді. Тобто ми розуміємо, що у нас все буде стабільно. І нічого змінюватись не буде. Правильно?
Сложно сказать. Возможно, уровень, скажем так, недоверия общества и вот все-таки дискредитации этих персонажей дойдет до такой же критической точки, вот критической, да, когда президент возьмет и увидит свой рейтинг, увидит, кто на него так влияет негативно, да, на этот рейтинг, обвал его скорее, и все-таки примет волевое решение, что вот этих людей надо менять. Но это так не может быть. Люди не доверяют вот конкретно этим персонажам, потому что вот они себя ведут. Потому что это, я уверена, что это не последний скандал с Гончаруком, не последний скандал там, с Рябошапкой. Он дуже талановита людина. Это будет продолжаться. То есть она должна дойти до такой критической точки, чтобы уже вот все. Да, уже надо что-то с этим делать, потому что, ну, тут вопрос уже личных амбиций, да, готов ли ты в ущерб себе, в ущерб своим уже обещаниям, ну, окончательно потерять, скажем так, свое лицо. Готов, не готов. Вот и все. І ми зможемо побачити битву електроприводів, коли електричний самокат тікає від електричної Тесли, яка його доганяє.